Не было путаницы никакой. Библия говорит, что ты должен любить свою жену, как Христос полюбил церковь. Ты с детства верующий человек, ты в церкви, ты слышишь Слово Божье, ты знаешь, как Христос полюбил церковь. Да? Знаешь, мужчины, и я тебе так по секрету скажу, что мужчины очень самолюбивые творения. Мы любим себя очень сильно. Так вот, Библия говорит, что ты должен любить свою жену, как свое тело, и как Христос полюбил церковь. А вот Христос полюбил церковь, не самолюбил. Христос ничего не имел от церкви. Все, что он получил, это был Бог, это страдание. Все. Для того, чтобы приобрести себе церковь. И поэтому Библия говорит, что мужья должны так любить своих жен, как Христос церковь. То есть относиться с уважением, с пониманием, поставить ее интересы прежде своих, поставить ее желания прежде своих, поставить ее состояние, здоровье и все остальное прежде своим, понимая то, что ты любишь ее любовью жертвенной, не самолюбивой. И
Это трудно. Точно так же, как жене трудно повиноваться своему мужу, точно так же и мужу тяжело любить свою жену, как Христос церковь. Но для того, чтобы семья была счастлива, вот этого требует Господь. И как Бог требует от нее послушания, так от тебя, как и от любого из нас мужей, Бог требует любви. И любви такой, как Христос полюбил церковь. А любовь и как Христос полюбил церковь, ты можешь прочитать 1 Коринфянам, 13 глава, там написано, что такое настоящая любовь. Любовь не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот это настоящая любовь. И поэтому, когда у тебя будет вопрос такой возникнет, как не поступить своей женой? Открывай сразу 1 Коринфянам, 13 глава, и вот читай, и вот так поступай. И в твоей жизни будет благословение. Бог наделяет тебя и ставит тебя главой. Но не забывай, что твое отношение к нему определяет и твое предстояние к нему. Ты молишься ко мне, да? Ты хочешь, чтобы тебя Бог слышал. Конечно, любой из нас хочет. Так вот, Библия говорит, что если ты обидишь свою жену, поступишь с ней неправильно, Бог не услышит твои молитвы. И Библия говорит нам, чтобы мы относились благоразумно, чтобы не было препятствия в молитве. А потому что если есть это препятствие, уже молись сколько хочешь, но не пойдет эта молитва к Богу, потому что препятствие стоит. А препятствие это оказывается, что ты обидел свою жену, поступил с ней неправильно. И поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя жизнь была благословена, то, конечно же, относись к ней хорошо. И помни, что она не такая, как ты. Ты мужчина. Ты можешь быть сильнее и душевнее, и физически. Она женщина. Нельзя о женщинах написано, что это не мощнейший сосуд. Поэтому женщины по-другому относятся к жизни, по-другому относятся к тому, что происходит. Ты можешь иногда заметить, что вот она сидит и плачет. Ты можешь говорить, что я это не делаю. Ну, ей просто хочется поплакать. Ну, в это время надо сесть рядом, посожалеть, посострадать. Ну, а потом идти делать то, что надо. Но вот такое, потому что женщины иногда другие отличаются от нас, от мужчин. И от того, как ты будешь относиться к ним, будет зависеть твоя любовная жизнь. И помни, что она дана тебе как благословение. Итак, я хотел бы спросить тебя перед Богом, перед небом, перед родителями твоими и Алиной. Обещаешь ли ты любить Алину, как Христос полюбил церковь? Аллилуйя, обещаю. Я такого еще не слышал. Чтобы этот ответ считался за Библию. Мы будем счастливы и рады, если у вас все действительно так идти. Перед тем, как мы будем вас молиться, хотелось бы напомнить о иерархии, которая есть в христианской семье. Итак, мы помним, что написано в Библии, что всякому мужу глава кто? Христос. Итак, послушай, Анатолий, Бог ставит тебя сегодня главой. Но чтобы ты знал, куда вести, у тебя должна быть своя глава, которая есть Христос. Мы понимаем, что есть человек без руки или без ноги прожить может, но без головы не может. Вот почему много семей распадаются и вообще не знают, куда идти, потому что муж без головы, он не знает, куда вести свою семью. Так вот, чтобы ты знал, куда вести свою семью, у тебя должен быть глава. Христос. Поэтому ты каждый день должен молиться перед ним, искать у Бога видение, как вести свою семью. И, Анатолий, послушай меня внимательно. Сегодня Бог наделит тебя авторитетом мужа. Когда мы помолимся о тебе, Бог наделит тебя авторитетом мужа. Что ты будешь делать с этим авторитетом, будет зависеть от тебя. Ты можешь его укрепить, утвердить. Ты можешь сделать так, что твой авторитет будет сильный. А ты можешь его, знаете, рассеять и потом папа говорит, муж говорит, ничего не слушает, потому что его слово ничего не значит. Потому что он свой авторитет потерял. Потерял тем, что обещает и не исполняет, неправильно относится к семье, к своим обязанностям. И таким образом этот авторитет распыляется, и потом его может очень тяжело забрать. Поэтому, Анатолий, сегодня Бог тебе этот авторитет даст. А сохранишь ты его или нет, будет зависеть от тебя. Второе, что очень важно, Бог сегодня поставит тебя священником в семье. Итак, с сегодняшнего дня ты не просто член церкви, ты будешь пастырем своей семьи, ты будешь священником дома. И Бог будет иметь дело с своей семьей и через тебя. Ты будешь отвечать за все то, что будет происходить в твоей семье.
за то, что будут происходить с твоей женой. Бог даст вам детей, что будет происходить с вашими детьми. Бог будет иметь дело с тобой. Он мужа поставил священником дома. И поэтому с сегодняшнего дня ты будешь священником дома. И твое дело исполнять обязанности священника. Бог ставит тебя для этого. Итак, помни, что с сегодняшнего дня ты муж, ты глава семьи, ты священник дома. И на тебе лежат обязанности священника. Занести на руках молитву в свою семью, найти место и служение по местной церкви, заниматься своим делом, смотреть за женой, за детьми. Бог с тебя спросит. Ты помнишь, когда даже Ева запретила, Бог не сидел спрашивал, он позвал Адама. Адам, с тебя спросит. И поэтому все спрашивает тебя. Алина, Бог ставит Анатолия священником, доме, мужем, а ты жена. Ты его помощница, ты слава своему дому. И Библия говорит так, что жена слава для мужа своего. То, какой ваш дом, будет зависеть от тебя. То есть, как в Библии написано, что Бога никто не видел, только видна была слава Божья. Вот точно так же ты проявляешь для посторонних людей, для окружающих людей, ты показываешь ваш дом. И поэтому, если на лице твоем будет время, если ты будешь счастлив, если у тебя будет в глазах и сердце радость и благословение, это значит, что у тебя в доме все хорошо. Поэтому пускай тебе Бог благословит, чтобы ты действительно была помощницей для своего мужа. Бог ставит мужа в очень ответственное место, но он должен быть отцом. Посмотри на него еще раз. Вот это твой муж. Это священник дома. Это твой глава. Но ты не должен. Ты должна быть рядом. Ты должна его поддержать. Ты муж. Та, ради которой он тут все живет. Потому что любой воин, ты знаешь, что он сражается, потому что у него есть у него есть твердое основание, ради чего он все это делает. Так вот, он все это будет делать ради тебя. Поэтому делай его старания, чтобы он, делая все это, знал. Да делает это ради родителей, ради своих дней, ради той, которая не любит и которая не верна. И это очень важно. Еще что важно, это библейские законы. Бог поставил семью для того, чтобы вы были друг для друга. И поэтому, Анатолий, ты теперь не властен над своим телом, но твоя жена. Алина, ты теперь не властен над своим телом, но твой муж. Бог благословляет семью детьми. И дети – это благословение. У тебя же есть братья и сестры, да? У тебя тоже. Это благословение, да? Почти всегда, да. Так вот, пускай Бог благословит вас, чтобы у вас были дети. Чтобы эти дети были вам в радость, в утешении, в благословении. И знаете, что дети – это награда от Бога. Мы всегда говорим, дети – это не то, что забирают у мужчины деньги, а у женщины любовь. Дети – это благословение. Поэтому пускай Господь благословит вас и не приводите на свет сироту. А то родится один ребеночек, потом папа, мама умерли, остался один, этот ребенок, никого, ни брата, ни сестры, никого. Пускай Бог благословит вас, чтобы была большая семья. И вы посмотрите, это все ваши близкие, это ваша семья. И в семье хорошо, когда есть не только папа и мама, а там и дяди, и тети, и дедушки, и бабушки, и вас. И там cousin, second cousin, third cousin, fifth cousin. Так вот, дружите со всеми. Всех приглашайте, созывайте. Это же так прекрасно, когда соберется family reunion. Там посмотрят, непонятно, или пол города собралось, или это одна семья. Так это хорошо, знаете, плохо, когда один человек ходит, потому что друзья есть друзья, а семья – это то. Семья – это очень важно. Поэтому дорожите своей семьей и своей extended family. Подружитесь вместе и знайте, что вы теперь одно. Поэтому родители, как одно, так и другой стороны – это ваши родители. Относитесь к ним хорошо, с уважением, и Бог благословит вас. Поставьте для себя правило хотя бы раз в день вместе помолиться. Это очень важно. Потому что семья, которая вместе молится, особенно муж и жена, это очень большой восторг. И много бывает такое, что какое-то недопонимание, но когда стали вместе молиться, то понимаешь, что надо настраивать хорошие отношения. Иначе будет не услышать. Иначе как молиться «Отче наш», когда с самым близким человеком не все хорошо. Поэтому поставьте для себя как правило, хотя бы раз в день вместе молиться. Поставьте для себя как правило найти служение в церкви. Вы будете по местной церкви, займитесь там чем-то. Не будьте просто приходами, вольными слушателями. Займитесь служением там. И я знаю, что когда я
Я женился на пастыре. Я говорю, что пока ты нужен Богу, вы будете нужны друг другу. Поэтому найдите для себя место. В церкви служите. Найдите и поставьте правильные приоритеты. На первом месте Бог, потом вы друг для друга. Ваша церковь, работа, отдых, все должно быть на своих местах. Пускай Бог вас в этом благословит. Итак, они на все согласны. Они пообещали друг другу верность, они пообещали друг другу любовь, послушание. И сейчас они пройдутся друг к другу и еще раз прочитают эти же самые обещания, только уже в более поэтической форме. Вы знаете, мы, как служители, соблюдаем легальность. Они должны пообещать то, что должны пообещать. А потом могут поворачиваться друг к другу и рассказывать очень долго. Это все на своем месте. Итак, интенсивная пауза, пожалуйста. Is finally arrived. My mind always seems to be blown away thinking how far we've come. I remember the first few weeks talking to you and thinking how beautiful your heart is and how much you care. Within the first couple of weeks, you never ceased to surprise me. I've never felt so cared for in my life and appreciated the way you did even then. We connect
so well, especially the things that matter most to us. Our views of church, the Bible, love for Christ. I saw a sincere heart wanting to be closer to God. And I thought to myself, wow, I would be one lucky man to have such a helper. I saw someone who could help me and encourage me to always strive to be a better man of God. I know right then we can make this work. Despite all the challenges life has presented itself with, our love for one another brought us here. I respect the fact that no matter what was thrown at us, we always thought about how to make it work. I appreciate how thoughtful you always are of me and your surroundings. You always find a way to be respectful and try to say the right thing. Every time I look into your eyes, I see how blessed and thankful I am. You just seem to carry me away. Let's make our life as bright and pretty as the clear blue sky that God grabbed and decided to paint those beautiful eyes with. Alina, I vow to put you first above anybody else on this earth. I want to respect you and treat you right. I vow to always strive to find a way and make something work, even when it's hard. To put God first and our family right after. I want to be the one who motivates you and pushes you to strive. To strive to be better in everything you do in life. To lead by example any way I can. I promise to be there for you when you need and to hold you close. To cheer you up when you're down, and of course pick you up. To be your supporter and biggest fan also when you succeed or fail. My goal is to make you laugh and smile more than you ever have in your life. What a challenge, considering you've come from such a beautiful, fun, God-fearing family. Your parents sure have done quite the job, and I respect them for that. But I'll be ready for the challenge. Life can sure be full of surprises and challenges. Why not embrace it and take that challenge on together? I choose you and will continue to choose you on this journey of life. Take my hand and in exchange, I will give you my heart. I love you deeply and sincerely. God bless your leader. Итак, как вы видите, насчет обещаний тут все в порядке. И в стихотворной форме, и в прозе, и родителям, и всем. Итак, очень хорошо, что вы любите друг друга, что вы согласны жить по Слову Божьему. Мы будем молиться о вас, потому что мы понимаем, что особенно в такой день обещать очень легко. А исполнять не всегда легко. Иногда приходит challenges, и с этих вызовов, которые бросает жизнь, надо выходить. Если вы будете с Господом, все получится. J'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer les taux qui passent. Tant toujours que je fais, car j'ai l'amour sans grâce. Que soit mes nos gaspards, la vie nous dépasse. Qu'elle viendra. Vous avez pour qui caminer aussi vite ça. Je vous remercie.
Siempre será tu amor que vendrá Yo escribo mi camino Si me pierdes, que yo me encontré Y sé que debo continuar Спасибо, Аделия. Большое спасибо, Тин. Ты аккомпанируешь очень хорошо, молодец сегодня, работаешь полную меру. Сейчас у нас будет такая возможность, чтобы наши друзья... How the sale of tickets going? It's still going? I need another couple of friends, of theirs. Oh, what is that sound? What is that sound? Does Anatoly like that sound? Anatoly, do you like that sound? Do you know what that means? Oh, look at him. Okay, good. Так, скромнее, Алиночка не любит сильно так делать in public. But it's good. Молодец, Алиночка. На людях не всегда, а в другом месте, пожалуйста, всегда. Сейчас... Да. Айдаха, да, вот меня предупреждают. No more. А то смотрите, здесь сильные, серьезные люди сюда переехали с Орегона. Они, да, так что, все, на сегодня пока не хватит. Я вас прикрывать буду. Значит так, сейчас у вас у всех есть возможность будет благословить наших друзей. Как я говорил раньше, сейчас у нас пройдет корзинка скоро. И вы, пожалуйста, кто привезли много чего в ваших багажниках или что... Если кто-то привез ключи от какой-то машины или чего-то хотите подарить, пожалуйста, все приниматься будет в этот баскет, и там вы можете благословить наших возлюбленных. Еще один момент. Если вы заметили, какие у нас были красивые жених, невеста, а особенно невеста, вы видите, какую красоту она имеет на своем волосе, почти что как у меня, но у нее, наверное, намного красивее, конечно. И эта вся работа была сделана моей sister-in-law, Любовь. Любовь, can you please stand up? Любовь spent so much time today taking care of this huge team of people, чтобы все вот так сделать красиво. Tyler, my brother-in-law, can you please get up? He's very nice man. He hosted my entire family, and I want to thank you guys from the bottom of our heart on behalf of my brother and my sister-in-law Ilona. You know, they have a house, and somehow we have like a hotel. There are so many of us. Anywhere you go, there's heads and feet and legs and this and that everywhere. But they have enough patience to host us. And Tyler, what would you like to say? Let's hear the English speech a little bit to our Anatoly and to Alina. You'll be good. Come on. You married a Slavic woman. You have to just do it once. Just a few words. Just a few words. Here we go. Oh, man. She's listening to you. Okay, that's why he married the Slavic woman, to help him this time around. It's not just him. I have another brother-in-law. He doesn't like to speak in public. I'm not going to point my fingers, but there we go. So, please, Luba, say a few words. We're so happy you came to stay with us, and may God bless you and your marriage and put Jesus first.
spot, buddy. You'll wish them something. His mom is not with us today, but he asked me, he's like, Della, can you sing this song? Because my mom would sing it to me growing up when I was little. So this is an homage to his mother, and I know that if your mom was here today, she'd be really proud of you. I think she would love Alina as well. And, you know, I don't know if she's looking down on us necessarily, but I know that, again, she would have been very proud. So this is for her, and this is for you. Жили в поле две березы, были они молоды, и, решив вопрос серьезный, стали вместе жить они. Жить не просто, жить совсем не просто, но ведь жизнь не напрасно. Невесты тоже, они также молоды, словно поле две березы, и Господь благословил. Жить не просто, жить совсем не просто, но ведь жизнь не напрасно. Две березы, две березы в чистом поле, две березы, и одна судьба, две березы, две березы в чистом поле, две березы, и одна судьба. И пойдет ветер поле,
силы могут ослабеть, но надежда ваша в Боге, вы должны все одолеть. Жить не просто, жить совсем не просто, но ведь жизнь не напрасно дана. Две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Две березы в чистом поле, две березы и одна судьба. Подойти и просто сказать несколько слов моим родным. Вы мне сейчас уже и дочь, и сын. И я понимаю, что мама есть мама, но я постараюсь со всех сил любить, как есть ты мне уже сын. Так что я так счастлива за вас. Сильно люблю вас обоих. Вы друг друга осчастливили, и для меня нет ничего более прекрасного. Видеть, когда Алиночка счастливая, когда ты толи счастливый. Чем больше ты будешь ее любить, тем больше буду я любить тебя. Так что сильно ее люби, я буду тебя сильно любить. God bless you. Вы такие красивые, счастливые. Пусть вся жизнь ваша такая будет. А если чуть-чуть трудно будет, знайте, мы рядом. Мы только поддержим. Будем любить, помогать. Вы нам очень-очень дороги, и ваше счастье переливается к нам, и мы становимся счастливее. Будьте благословенны, я вас сильно люблю. Алиночка, моя доченька, Толи, мой сын. Это родной дедушка Алины. Я хочу сказать, и Дух Божий носился над водой. Я хочу обратить внимание на это первое слово. Начали. И я хочу вам сказать, если мы читаем даже первый стих Библии внимательно, с открытым сердцем, то в этом мы можем получить очень великое. О чем просто не задумываемся? Вы знаете, в начале, это начало сверхначала. Можем это заглотиться? Начало сверхначала. До того начала не было никаких начал. Именно в нашем мире и во всем творении Он сотворил небо и землю. И потому я думаю, что здесь некоторое маленькое уточнение. Ведь не все начала мы можем отрубить, не все начала нам несут благо. Мы знаем, что есть много начал, которые несут разрушение, которые несут уничтожение, которые несут смерть. Начало Господне несет жизнь. И вот именно это начало объявлено в первой странице Библии. Знаете, у нас сегодня день тоже имел свое начало. И каждое дело, мы, конечно, предпочитаем уже говорить о делах добрых. Они тоже имеют начало. И вот то начало, какое сегодня нам удалось быть участниками, это начало нового союза.
начало новой семьи, начало новой жизни, новой эпохи в жизни наших молодых родных и друзей. Да будет это начало так, как всякое начало Господне. Он поможет Богу. А всякое начало Господне, имея добрую сущность, продолжается, развивается и являет собой еще большую благость. Господь ожидает. Он сотворил семью. Он по его благоволению, это начало вновь и вновь повторяется. Повторяется судьба. Конечно, не одинаково. А кого-то начало вроде как отдаляется. Кому-то это начало получается, дается быстро. Но да будет во всем владыки свободные. И да будет начало именно так, как начало Господне. А он именно как он благоволит. И эти слова, конечно, в первую очередь нашим виновникам нашего торжества. И ко всем они не будут чужими. Да будут наши начала. Наши начала такими началами, о которых нам не пришлось бы сожалевать и горевать душой. И особенно это желание передаю родным моим, моей внучке и зятю, да, но сейчас он тоже внук мне. Как говорила Лона, что он мой сын. И хочется иметь в душе всегда это самое-самое доброе отношение. Благодарю.